Все, закончили сегодня с хреновиной. В принципе, мы с Пашкой вдвоем все это быстро сделали. Он чистил чеснок. Ну, слава богу, еще и блендер этот перемалывает все в помощь. Получается, тут еще немножко то-то-то распределили. Получилось вот такие две банки 1,5-литровые. Еще вот такая чашечка. Мы сейчас тоже покушали. Это то, что не хватило в банке залить. Вот. Так, эту надо свежую будет зелень порезать. Свежую заморозить. Вот. Еще потушили кабачки, баклажаны, что еще, помидорки, лук. И получилось вкусное рагу такое прикольное. Вот. Аня сегодня, можно сказать. Ну, они не учились, да, они у вас это. Да, познакомились они, ну как, с коллективом, получается. Ну, кто учится, там учительница их, не классный руководитель. Все понравилось. Вот, кто, говорит, будет учиться хорошо, тому стипендию еще будут больше начислять. Ну и продлят, потому что первые 4 месяца они, как все, будут официально получать. Им выдадут карты ВТБ. То есть, я так поняла, они сотрудничают с банком ВТБ. Вот. Им, ну, как коллективные, выдадут карты, туда будет стипендия. Вот. Ну, пока нормально, довольно. Че-че. А мы тут с Пашей решили в Эльдорадо, что нам нужна морозильная камера. Не почему, почем она стоит, Лен? Да. Ну, там разные, нам пускай даже вот такая не сильно высокая, как у Сереги. Сколько это он Ну вот у касается? нас и составка, она поменьше, у Ты у Сереги Славки помнишь, высокая, какая фирма? да. Нет, Да это фирмы, спросите его. по-моему, как Бирюса у них, а у Сереги я не помню У какая. Сереги-то посерьезнее уже такая нормальная. Вот, потому Она что как холодильник на размер, 1,85 м, наверное. дача у Славки, у Да Сереги, нет, ну это все нормально, Лен, место даже не у вот это. нас дачи нету, все привозят нам овощи, Да это ты, фрукты. нет, даже, Да и вообще даже на зиму если... вот так вот заморозил, вот он тебя пускай лежит в морозилке. Да. Хоть там что? Ну пошли. Вот. Видите, сколько тоже вон Еще помидоры, скажи, Серега и там навез. плохо, килограмма 4-5 помидоров. Ну ведро точно привез, Лен. Тут это привет Ильича, или как Горбачева. Скажи, это стоит это. Наливка стоит. Наливка, С да. вишней. Тут тыква, оказывается, Славка неправильно ее сорвал. Надо Рано было еще в сорвал. сентябре. Но он ее он сорвал сорвал прям. зеленую. Ну пускай, он Ну, не она. знал, кто это. Слушай, она была наполовину зеленая, сейчас Да, немножко это как цвет набирает. Классная погода вообще. Мы опять в босоножках. Ну, Пашка жарко, куда уж. сандали, шорты. Прям такой приятный ветерок, теплый. Здорово. А вот Паш, вот морозильная камера. Ну, блин, 39. Есть погода. Ой. Привет. Где вы? Вот это? Вот. Еще вот вы такие. В один край вы складываете то, что 17, постоянно да. нужно, Но. а в Нет, ну другой видишь, склад. холодильник-то большой у нас, ты понял? Да. Дело в том, что холодильник... Я не хватает Это просто ларьи, смотрите, хаек. Для компактного. В каждом агрегате есть такая вот штука. И какой Вот объем, такая вот штука. Ну-ка объем скажи. А, ну И там вот написано. смотришь, вот такая вот штука. Вот. Так. 303 потребления. Это вот кому? Это 303 киловатта в час, это за год, 303. Морозильная камера, ну, смысл, это, нет, а я, знаешь, что я хотел сказать? Объем сколько влазит? Объем, да, вот да. он, 245. Ага. А вот в этой, Лен, посмотри, сколько объем, Лен. А, вот такой. 75. Это что, это как ты говоришь? Просто, да. Без морозилки. А, без морозилки. Именно просто холодильное да, все. Да, там, видишь, под холодильник. Ягоды, это просто это, ну, так под фрукты. Ну, нет, такого. 70, да, вон сколько? 75. 75. Ну, нормально ничего. Угу. Ценник нормальный, но. Да, это... Чуть не сракет, да. Вот, смотрите, вот такой вот целый дел, как раз мы тут мимо проходим. Победа ЧМК, что-то Билайн, это улица, видишь, название. Как будто здесь улица, видишь? Да, да. Работники, видишь? Попов, Чайников, Это фамилии кто-то КМК, наверное, работал, нет? Мельник.
так, короче. Да, да, да. Мы просто тут решили обойти заодно. Нам надо дальше идти. И вот как-то так. А на столе будет как раз банк, видишь, загнули. Такая пробка. Трамвай въехал в автобус. Все, такая пробка встала. Я думаю, что трамвай. И тут все трамваи встали. Все поставали. Капец. Отель Новокузнецкая гостиница. Уже древняя, но... Ну, у нас лучше нету, блядь, по-другому. С одной стороны, вроде как и уже и ось. Сейчас зашли в магнит, Пашка взял. О, ему захотелось. Как ты сказал? Хэтчбэк. Хот-дог. А как ты сказал? Хэтчбэк. Взял колбасу, булки такие. Сыр. Есть где дома. Соус есть. Зелень есть. И как ты сказал? Все, пошли. Хэтчбэк. По-домашнему. Что-то новое. И потом в духовочку, в микроволновочку. Ты сказал, хот-дог надо, а не хэтчбэк. Он у нас... Двойной блэк будто такой. Прикинь, какой. Макси. Бургер большой будет, да? Да. Хэтчбэк, что-то такой первый раз слышу. Ну, это так сказал. Хоть док они. Забыл название. Я забыла купить сахар. Ой, блин. Аккуратненько. Ты уже тут все наделал, бургер? Дофига. Вот Папулькин. Как-то кэшбэк. Обалдеть. Это не хот-дог. Это у тебя серьезное. Это бургер-кинг. Серьезное дело. Подходишь к этому, чтобы шалушки не катать. Да. Сразу делаешь и все. Сейчас маленько тебе делаю, чтобы тебе кинуть. Будешь ебать. Все, Лен, вот это убирайте. Там вторую букву. Я вторую так делал с колбасой просто. Ребята, у меня здесь дальше продолжается на кухне поварские дела. А в хлебопечку поставила джем делать. 500 яблок или груш. Потом стаканчики третью дробь четвертую части сахара и лимонного сока. Ложечку. Оставшиеся я хочу груши, чтобы они не пропали, пока у меня сегодня выходной. Купила сахар, буду делать варенье. Буду делать варенье, еще у меня банка осталась, которую Пашка утром покупал, вот эту на полторашку. Вот, значит, будем делать. Вот такие дела. С перцами еще не фаршировала, не делала, не знаю. Может, теперь на следующих выходных придется все это копаться. Может, сегодня вечером, кстати. Посмотрим. Вот такие вот дела.